Число заболевших коронавирусом снова увеличивается. За эти сутки 87 новых случаев. Среди них 48 архангелогородцев и 9 северодвинцев. 5 новых случаев выявлены в Котласском районе, 4 в Велигодском. По сообщению регионального оперштаба, 41 человек выздоровел. Тем временем в Архангельске усиливается контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе. Многие игнорируют предписания Роспотребнадзора. Проверки пройдут совместно с полицией. Штраф для покупателей или клиентов без маски – до 30 тысяч рублей, для владельцев предприятий – до 300.